Развитие сотрудничества в области науки позволит Турции и Казахстану выйти на новый уровень взаимоотношений, так считают отечественные ученые. По их словам, углубленное исследование раскроет свежие факты в истории обеих стран. Это также даст возможность тесной кооперации казахско-турецких специалистов. Начинать такую инициативу они предлагают с разработки новых периодических и академических изданий. Нам нужны очень хорошие вот контакты на международном уровне, особенно с научными центрами Турции. Там в Стамбуле, в Анкаре и в других городах, Хожа Ахмет Яссауи, Аль-Фараби, Коркут-Ата, они являются общими нашими предками в этом плане. Я думаю, что совместные исследования наши будут обеспечивать и дальнейшую интеграцию тюркского мира. Об этом и не только говорили сегодня на конференции, посвященной 100-летнему юбилею Турции. Генконсул братской страны в Алматы отметил значительное укрепление экономических связей двух стран. Если в первые годы независимости Казахстана товарооборот между государствами составлял 100 миллионов долларов, то сейчас он достиг 6 миллиардов долларов. По его словам, большой потенциал имеет и сотрудничество в военной сфере. Турецко-казахстанское сотрудничество – это не только дружелюбные братские отношения. С каждым годом укрепляются отношения в самых разных сферах. Это и культура, туризм, торговля. Мы достигли хороших экономических показателей. Это главный индикатор, который обещает большие перспективы в будущем.